Всем часик добрый. Иду по Партизанской. У нас очень жарко. По ощущениям 27. Погодка просто супер. Напротив, через дорогу, пансионат Гренада. Блин, вот это место такое красивое. Смотрите, овчарка какая. Здоровая. Дети через дорогу орут, как потерпевшие. Красота и только.
Большой Сочи, Лазаревская. Сегодня 9 ноября 19-й. Кинотеатр «Восход». Здесь фильм снимался в 70-х годах.